Отзывчивость, чуткость к чужим нуждам, открытое и доброе сердце – все это отличает волонтеров, которые безвозмездно помогают людям и окружающему миру. Добровольческое движение в стране развивается с каждым годом. Совсем недавно президент подписал закон о расширении мер поддержки волонтеров. В молодежном центре состоялся фестиваль волонтерских объединений, на котором собрались порядка 150 представителей школ, СУЗов и учреждений дополнительного образования. Мероприятие приурочили к Международному дню добровольцев. Поздравляю всех волонтеров с Международным днем добровольца. Спрашивают, что такое доброволец. У меня ассоциации возникают, знаете, вот есть, что такое человек, да, homo sapiens, человек разумный. Что такое доброволец? Это человек неравнодушный. Это человек, который мало того, что не безразличен ему то, что происходит вокруг него, так он еще готов помочь, готов делиться своим добром, готов делиться своим теплом, светом. Сначала прошла презентация городского ресурсного центра добровольчества и платформы «Добро.ру». Потом волонтеры смогли познакомиться, обменяться опытом и идеями. Каждое молодежное объединение презентовало результаты своей деятельности и рассказало о самых успешных проектах. Помощь животным, экологические акции, поддержка участников СВО. Например, волонтеры Совета первых лицея номер 3 взяли шефство над воспитанниками детского сада. Ходили в садик номер 6 в Вишенке. Мы устраивали детишкам группу ясельек зимнее представление. Оно было связано с приходом зимы. Мне нравится помогать людям. Мне это приносит радость. И мне сразу так тепло на душе становится. Я пришла на этот проект, чтобы узнать что-то новое, научиться чему-то, узнать, как можно еще больше помогать другим людям. На фестивале наградили победителей городского конкурса «Доброволец Сарова» в возрастной категории 14-17 лет. Сразу после волонтерского мероприятия прошла муниципальная конференция «Движение первых». Соберутся делегаты первичных отделений. Здесь будет подведен итог работы муниципального отделения за 2023 год. И утверждены делегаты на региональную конференцию «Движение первых», которая состоится в Нижнем Новгороде 14 декабря. Лидеров конкурса «Доброволец Сарова» в возрастной категории от 18 лет наградят в Доме молодежи на форуме добровольцев. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.